Миниатюрные компьютеры и интересные задания. На это занятие дошколята ходят с большим удовольствием. Постарался педагог. Марина Николаевна все свое свободное время отдает разработкам специальных обучающих методик. Эти разработки нравятся не только детям. Ее опыт работы перенимают во всей России. Открылись такие грани, как творческая способность моя. Воплотила все свои идеи, именно в детей вкладываю. Создаю такие проекты, о которых вот... в России задумываются, которые берут дальше, просят другие воспитатели других садов. Любите свою профессию? Обожаю. Просто люблю. С обожанием к своей работе относятся наверняка все работники дошкольного образования. Иначе просто нельзя. Дошколята легко чувствуют фальшь. Потому работа воспитателя требует огромной любви к детям. Дети – это наше все, это наше будущее, это все наши мечты, наши желание и воплощение всего того, что в нас как по какой-то причине не развили. И поэтому все это мы хотим видеть в наших будущих потомках, наших детках. Дети на любовь взрослых отвечают, конечно же, взаимностью. В преддверии праздника все как один желают своим воспитателям только самого хорошего. Желаем счастья, здоровья, чтоб никогда не болели и всего самого лучшего. Поздравляю всех воспитателей, кто здесь работает. Мы любим учить детский сад. Он любимый, нас одной. Чтобы они были здоровыми, чтобы они были умными. Желаю воспитателям здоровья, счастья. Нас любимый садик, мы очень его сильно любим. Я им пожелаю счастья, здоровья. Поздравляю с праздником. А чего ты желаешь? Я желаю, чтобы они были добрым, хорошим. Официально поздравления в свой адрес педагоги будут принимать завтра. 27 сентября Россия отмечает День работников дошкольного образования. В Нижнекамске сегодня в этой сфере работает 5000 человек. Это люди, которые свою жизнь посвятили нужной, ответственной и самой доброй профессии. Анастасия Шакирова, Ренат Харасов, новости НТР.